Вот и настало время оформлять аквариум. Совсем скоро начнется международный конкурс на сайте Biotop Aquarium Info, а впереди еще очень много работы. В прошлом видео мне удалось собрать достаточно много материала и наверняка даже больше, чем потребуется. Однако больше не меньше. Есть из чего выбрать. Аквариум на 50 литров от компании Aquadi. На всякий случай ссылку на продавца оставлю в описании под этим видео. Скажу честно, я пытался сделать себе примерную зарисовку того, что должно получиться в аквариуме, однако, когда пришло время оформлять, мне постоянно что-то не нравилось и что-то меня не устраивало. То фактура камня не такая, то его форма и прочее. В итоге оформление складывалось по ходу дела, методом проб. Обычно крупные декорации, коряги или в моем случае камни играют роль своеобразного скелета. Многое зависит от того, как они лягут. В дальнейшем, опираясь на так называемый скелет, накладывается все остальное. Так вот, вариантов этого скелета масса, с одними и теми же камнями. Как я только крупные камни не ставил, выбирая для себя самый подходящий вариант. Каждый раз, как только мне казалось, что камень встал на свое место, я отходил и смотрел на композицию со стороны, мысленно продолжая ее оформление и представляя, что в итоге получится. Однозначно было одно. Цель оформления – это максимальное сходство с тем, что я и вы в прошлых видео видели на берегу Оки. Каменистый берег, песок и выборочные, хаотично расположенные камни с обрастаниями водорослей. На берегу очень много достаточно крупных камней. Настолько крупных, что некоторые из них даже не поместятся в аквариум. По этой причине с обеих сторон я и решил расположить крупные камни, но так, чтобы они лежали природно. Чтоб не было видно, что к их размещению приложил свою руку человек. Только после того, как большие камни были установлены, я перешел к следующему этапу. Друзья, для тех, кто не знает, хочу сообщить, что в Instagram у канала пары есть страничка, на которой ежедневно выкладываются собственные фотографии и короткие видео. Фотографии поэтапного оформления этого аквариума, естественно, размещу там. Следующий этап – это камни, обросшие водорослями, которые были также изъяты из реки. Для того, чтобы водоросли не высохли во время транспортировки, мне пришлось тару налить речной воды. Я понятия не имею, как они поведут себя в аквариуме, ведь воды, с которой я их принес, немного доливать воду в аквариум пришлось из-под крана, дабы полностью покрыть их водой. Но оформление не закончено, соответственно, сейчас полностью аквариум заполнять не буду. Опять пришлось каждый камень покрутить и повертеть.
вспоминая, как они лежали в реке, как смотрелись. Ведь водоросли были не сплошным ковром, а как-то кусками. Во время этого процесса в воде поднималась муть. А когда я перешел к следующему этапу, докладывал разного размера камни и ракушки улиток, муть была такой, что практически ничего не было видно. Приходилось периодически останавливать работу, а потом продолжать снова. Небольшие камни и ракушки – это детали. Они играют очень важную роль. Многие оформители-аквариумисты считают, что скелет композиции не так важен, как детали. Ведь эти самые мелочи закрывают всю композицию, маскируют недочеты, стыки и создают общую ауру аквариума. Невзирая на муть, работа медленно, но продолжалась, до тех пор, пока я не стал подсыпать песок в тех местах, где его явно не хватало. Это было начало конца. Вода стала мутной настолько, что продолжать работу было невозможно. Конечно, я задумался о том, что песок нужно было промыть и прочее. А может быть и не стоило. Возможно, когда в аквариуме появятся жители, они то и дело будут подымать муть. Но это лишь мои предположения. Как оно в естественной среде? Все идет оттуда? Время покажет. С другой стороны, в аквариуме в любом случае будет фильтр, и он рано или поздно всю муть все равно уберет. В общем и целом, посмотрим, как оно будет. Даже после того, как проект закончится и фотографии аквариума уйдут на конкурс, я еще не раз покажу этот аквариум и поделюсь своим новым опытом по его обслуживанию, с чем пришлось столкнуться, о плюсах и минусах содержания такого биотопа и, конечно, о его жителях. А пока, чтобы убрать муть, я установил сюда мощный внутренний фильтр от компании Tetra нового поколения. Я на него уже делал обзор, и если интересно, ссылку на обзор можно найти в описании под этим видео. Вода отфильтровалась достаточно быстро. Уже сейчас видно, что у меня получается. В целом, общая картина уже ясна. Но вот над деталями хочу еще поработать. Для этого нужна холодная голова. В итоге работу продолжаю на следующий день. На то, что вы видите сейчас, ушло примерно 4 часа. Не меньше уйдет и на детали. Но прежде, в свободное время, я постоянно возвращаюсь к аквариуму и смотрю, что можно изменить, что можно добавить. На бумаге делаю пометки, что-то из этого вычеркиваю, а что-то уже завтра начну корректировать. Наступил следующий день. Сегодня я не буду заниматься крупными камнями, только мелкие камешки, песок, ракушки улиток и прочее. Каждый камешек
должен быть присыпан песком, а не лежать сверху. В противном случае они смотрятся неестественно, не так, как в живой природе. Для этих целей я использую обычную кисточку. Именно так создается эффект, будто каждый из камней выглядывает из песка, а не лежит на нем. В некоторых местах продолжаю подсыпать песок. Так с помощью песка сглаживаются ненужные углы и щели. Ракушки улиток находят свое место. Биотопная композиция берега Ки почти завершена. Возможно, в дальнейшем я еще что-то изменю в этом аквариуме, а пока хочу долить воду. В воду мешаю водопровод плюс вода из реки, примерно 50 на 50. Делаю так для того, чтобы ускорить процесс созревания аквариума. Охота на жителей этого аквариума начнется совсем скоро, времени практически нет. Помимо этого, остается вопрос о том, как пройдет процесс адаптации дикарей. Насколько комфортно им будет в аквариуме. Соответственно, я подгоняю показатели воды в аквариуме, чтобы они соответствовали показателям в реке. Но более подробно об этом в следующем видео. Остается еще один очень важный момент – это фон. На первый взгляд, самый легкий способ – это купить фон для аквариума, но найти то, что мне нужно, естественно, не удалось. А я и не рассчитывал. Есть универсальный фон – синий, черный и белый, как в моем случае. Синий фон сюда явно не подходит, а вот с черным можно было бы поработать. Сама композиция светлая и на черном фоне будет смотреться очень интересно. Но есть две причины, по которым я пока что не стал его клеить. Первая причина заключается в том, что все ощущение природности немного теряется. Возможно, где-то на дне океана действительно фон черный, но точно не в оке. Я неоднократно показывал вам видеосъемку под водой, и вы сами видели, что там достаточно светло, а фон серо-зеленый. Есть еще одна причина, почему я сомневаюсь в черном фоне. Посмотрев конкурсные работы прошлых лет, пришел к выводу, что черный фон – это настолько заезженная до дыр тема, что судей от этого мрака уже, наверное, должно тошнить. Даже если это и считается своего рода классикой. По этому поводу мне интересно ваше мнение. Напишите в комментариях, как вы считаете, оставить такой фон или сделать черный фон. Возможно, у вас есть свои интересные варианты. Пишите, буду каждому комментарию рад.